вот это вот дефект. Он идет внутри камня. Желтое пятно на экране – дефект в алмазе, трещинка или графит. С рентгена, скажем так, камня рождается бриллиант. Сейчас разметчики решают, сколько бриллиантов можно выковать из этого кусочка, срезав дефекты. В барнаульском заводе «Кристалл» впервые за много лет наращивают мощности и расширяют штат. Предприятие с 50-летней историей, которое выживало в нулевые, с 2016-го начало расти, а в 2020-м завод стал подразделением смоленского «Кристалла». Объединение дало нам очень серьезный толчок такой, что в плане развития технологий, что в плане поступления нового оборудования. Комплексы для контроля параметров, компьютерной разметки. За этот год здесь обработали 16 тысяч карат. По сравнению с советским периодом, это небольшой объем. Тогда только огранщиков было 1000, а сейчас здесь 134 сотрудника. Но в ближайшее время штат планирует увеличить вдвое. Рынок требует больше бриллиантов. Здесь современные аппараты режут алмазы 10 камней за раз. Раньше это делали вручную. Раньше один человек обслуживал два вот таких станка, то есть одновременно можно было пилить 20 камней. Но, естественно, камень пилится дольше. За счет того, что он, один человек обслуживал одновременно большее количество камней, ну там и браков больше, естественно, и отклонений. Сейчас лазер пилит быстрее, но зачастую даже выставлять, настраивать координаты дольше, чем он пилит лазерный синий луч. Он не греет камни, то есть камни не трескаются. 15 минут на один камень и к огранщикам. Алена в прошлом бухгалтер, пришла сюда по объявлению. Завод сам готовит себе кадры, в Барнауле таких специалистов не учат. Сейчас у меня стоит градус 43. Также есть микроподача, регулируется микроподача. То есть это либо повернуть камень вправо, либо влево. В силу опыта маленький камешек она обтачивает целый день. За столько времени обрабатывает 57 граней. Здесь выпускают три вида бриллиантов – круглый, принцесса и изумруд. Самое дорогое – это чистейший, без всяких… Не обязательно. Да? Бывает, что дороже получается дефект. А за счет чего это происходит? За счет массы. То есть камень бывает сам дефектный. То есть если выбирать только чистую форму, то он будет совсем маленький. Уже год завод работает по международной системе оценки камней. Наши бриллианты котируются по всему миру. Алмазы из Якутии в Барнауле превращаются в бриллианты, чтобы быть проданными за рубеж. Вот этот камень, он чистый, группа А. Это самый лучший цвет? Цвет Д, да, самый лучший. Точную сумму маленьких камней нам не назвали, но и определяют ее не здесь. По словам руководителей предприятия, потенциал у завода огромный, ведь в России всего три предприятия занимаются такой обработкой алмазов. Добавим, что по данным краевого Минпрома, за год рост в натуральном выражении в обрабатывающем секторе региона составил 2%. В ведомстве это оценивают как неплохой результат в сегодняшних экономических условиях. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов, «День с толком».